Всем привет, вы на канале Валерия Гусейнова, точка облачко. И сейчас вы в контейнере у Микки, у моего хомячка. Вот такой контейнер, все как обычно. Вот тут колесико, тут туалет, ну и все корма, которыми мы кормим Микки. Вот сегодня у него на завтрак я положила листик салатика, он уже половину его съел и будет сегодня еще кушать ночью, поскольку хомяки ночные животные. И где наш Микки? Там его нету? Нет, нету. А вон там вот его маленькая мошка, видите? Вот. Вот, смотрите, вот такая поилочка. Почему так? Почему? Потому что хомяк сюда, в ту миску закидывал много опилок. И мне это не нравилось. И вот, и мы решили сделать вот такую конструкцию, чтобы не покупать новую поилку с подставкой специальной. Мы просто сделали вот так. И все, и она прекрасно держится, хомяк не может ее скинуть. И прекрасно с нее пьет. Мама уже видела два раза, как хомячок оттуда пил. Так что я, конечно, сейчас переживаю, но не сильно. Потому что он еще и сучку ест. Да, Микки? А ну выходи. Давай я вот здесь пошуршу. Салатик вкусный. Смотри. Выходи, Микки. Смотри, салатик вкусный. Будешь? Нет? Микки, давай выходи. Там, видите, он сидит. Сидит. И что ты делает? Такой там пушистый комочек. Выходи, Микки, давай выходи. Тебя давно уже подписчики не видели. Выходи. Скорее, Микки. Давай. Выходи, выходи. Короче, Микки не хочет пока выходить. Сейчас я хочу рассказать, как он меня пугает. Берет прям и пугает. Кто не смотрел старое видео, я там рассказывала уже эту историю, но еще раз расскажу. Он отсюда вам отдирает вот эти вот пушиночки, вот эти вот маленькие, и несет туда в клетку. А я же такая, что смотрю, что у него там, чтобы заменить, если что. Вот и Микки показался. И думаю, что это отпечатки крови. Так перепугалась я сильно. Вот. И начала везде у всех спрашивать. И оказалось, что это просто обычная пушинка от вот этого вот колеса. Микки, давай выходи. Тебя давно не видели. Давай. Умница. Давай я тебе немножко помогу. Вот такой вот у меня хомячок. И в другой домик, да? А я вот так делаю. Оп. 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 Все. Ой, слушайте, ребят, давайте я вам покажу, как Микки опилки тягает. Это прям вообще умора страшное. Вот, ребят, смотрите, сейчас я дам хомячку салфетки и посмотрим, в какой он дом. И будет тащить, вот что он делает с ними. И потащил в этот домик. Он выйдет потом еще. Да, салфетками. Видите, он такой мне хозяйственный мальчишка. Так смешно он убирает. Вот некоторые блогеры боятся давать хомякам и джунгарским салфетки. Но я даю, поскольку хомяку надо утепляться, делать домик теплее. И им нужно их грызть, чтобы стачивать зубы.
Тем более у меня вот такой вот тут дно, видите, уже сразу. Я не хочу много насыпать. Во-первых, много опилок тратится. Во-вторых, нет смысла. Вот. Хомячок у меня умный, я уже рассказывала. Здесь он не какает, не пищает. Он какает, знаете, только вот в этот домик. Пищает только вот сюда. Вообще, хомяк просто прелесть. И последняя бумажечка. Вот так вот он ее. Многие думают, что ест салфетки хомяк, но нет. Хомяки не едят салфетки. Они умные, они не любят салфетки, да, Мики? Вот такой хомячок прелестный. Стал уже, кстати, ручной. Помните первое видео? Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Первое видео с хомяком Микки. Где он там бегал, да? И у него другой. Этот был контейнер. Гречка. О, салатик захотел, нет? Ну ладно. Еще мне так нравится, когда они умываются, так кругленькие такие становятся хомячки. И умываются. Оп. И еще домик. Давай ты, Микки, договоримся, что ты не будешь в домик залазить. Давай. Нет. Видишь еще? Микки, просто же в домике сидеть неинтересно. Смотри, какой у тебя тут большой дом. Вот такой у него тут домик. Стеночки прозрачные. Вот прекрасно видно Хомку. Видите? Ну ладно, всем пока-пока. Удачи. Микки тоже говорит вам пока. Ну и увидимся в следующих видео. Пока-пока.